В январе 2018 года Десногорск приступил к реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». Основу этого проекта должна составлять инициатива граждан. На сегодняшний день проходит активное обсуждение общественных зон и территорий города, создана общественная комиссия для проведения оценки предложений, поступающих от десногорцев. Комиссия состоит из компетентных специалистов администрации, руководителей коммунальных служб, депутатов горсовета, представителей общественности города, а также из собственников многоквартирных домов. На сегодняшний день в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды в общественную комиссию обратились две инициативные группы – собственники многоквартирного дома номер 1 из 2 микрорайона и 1 микрорайона дома номер 10. Инициативные группы предложили общественной комиссии рассмотреть возможные варианты благоустройства своих дворов. По результатам обсуждений инициатив и рассмотрению возможностей благоустройства заявленных дворовых территорий, общественная комиссия поддержала предложенные инициативы. И теперь уже в этом году во дворе 2 микрорайона у дома номер 1 будет расширена парковка, заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены бордюры, газонные ограждения, скамейки и урны. А во дворе дома номер 10 1 микрорайона добавят парковочные места, покроют асфальтом пешеходные дорожки и установят бордюры. Опыт работы социальных проектов по созданию комфортных условий в Десногорске показывает, что инициативное обращение десногорцев, их активная позиция и участие в общественной жизни города всегда находят поддержку и понимание у администрации и руководства градообразующего предприятия.